Смотрите сегодня в 19 часов программу «Проще говоря» с хранительницей музея Мурманского морского пароходства Валентиной Кареповой. Музей, в котором можно не только смотреть и слушать, но даже ударить в колокол. Валентина Карепова научит, как это делать правильно. По-другому, так. Вот так. И объяснит, откуда в музей пароходства взялась кость мамонта. Я сделала аннотацию к нему, и дети с удовольствием смотрят, трогают. К сожалению, руками трогают, никак не запретить. Люди парохода, которые писали историю. И истории жизни самой Валентины Кареповой. Когда приезжал сюда Гагарин, я работала в обкоме комсомола, но молодость... Молодая была, тоже, наверное, была красивая. Тогда Валентине Кареповой посчастливилось не только пообщаться, а даже повальсировать с легендарным летчиком. Подробности в программе «Проще говоря» сегодня в 19 часов.